Городской репортаж. День русского языка отмечается сегодня по всей стране, и наш город Железнодорожный, конечно же, не стал исключением. Дата празднования совпадает с днем рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич считается создателем современного литературного русского языка. Согласитесь, лучшего дня для празднования не найти. В 2011 году президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных. Еще более 100 миллионов человек владеют русским языком. День русского языка в Железнодорожном был организован отделом по культуре совместно с Центральной библиотечной системой имени Андрея Белого. Зинаида Голощапова, директор МБУК ЦБС и председатель отдела по культуре Ирина Лагутина выступили с обращением к пришедшим на площадь перед администрацией. Пушкин – наше все. Поэтому мы сегодня отмечаем его день рождения. С праздником вас, дорогие друзья! Мне очень хочется, чтобы каждый год мы встречались здесь на площади, и уже кто-то приносил свои поделки, свое творчество дарил нашим горожанам. Я вас поздравляю! На празднике славянской письменности мастера представляли свои работы. В Центральной городской библиотеке была организована промо-акция «Каждому записавшемуся в библиотеку книга в подарок». И поверьте, приходилось постоять в очереди, чтобы этот самый подарок получить. Проводилась беспроигрышная книжная лотерея. В этот день свои танцевальные и вокальные выступления дарили коллективы и солисты Железнодорожного. Украшением стал вальс, исполненный юными артистами. Поздравил зрителей на площади заместитель председателя Совета депутатов Александр Дегтяренко. Русская культура, она неистребима. И те новации, те все веяния, которые были за эти тысячи лет, они складываются в умах этих молодых ребят, которые только что здесь так прекрасно танцевали и показывали те прекрасные танцы тех времен. Поэтому еще раз хочу поздравить с праздником Дня русского языка, с праздником славянской письменности. Всех вам благ, спасибо. Также прозвучали стихотворения Александра Сергеевича в исполнении чтецов. Одно из них «У лукоморья дуб зеленый» в современной обработке. Я полетела туда, где кот сидит рэп напевая. Потом он прыгнул на дуб, в присядку брейк-данс сжигая. Русалка сидит на ветвях, аппетитно пиццу доедая. Грустно думает она. Почему я полная такая? Жителей Железнодорожного мы попросили продолжить фразу «Для меня русский язык – это…». Вот их ответы. Мой язык в стране, в которой я родилась, который я учу, люблю. Очень люблю Пушкина. Русский язык. Родной язык, самый любимый. Мне кажется, русский язык должны знать все, это же наш родной язык. Это жизнь народа. Ой, я учительница русского языка, для меня это все. И профессия, и жизнь. Профессия, и жизнь, да. В следующем году придешь на такой замечательный праздник? Такой детятин, пачек. А завершилась программа мероприятия довольно необычным балом сказочных персонажей. Приглядитесь, и, может быть, вы найдете среди них и своих любимых героев. Язык – одна из важнейших сил, соединяющих между собой мировоззрение народа. Поэтому, пожалуйста, относитесь к русскому языку с уважением. Ольга Паршина, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный.
Городской репортаж.